Славянские студенты всерьез дружат с физкультурой и спортом. В этом мы еще раз убедились, побывав на соревнованиях студенческих команд в Центре спортивной подготовки «Олимпиец». Более 70 лет уже отмечается Всемирный день здоровья. Приуроченные к этому дню в спорткомплексе «Олимпиец» прошли соревнования студентов по выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Команды сельхозтехникума, Славянского электротехнологического техникума, техникума экономики и права и филиала Кубанского университета в Славянске на Кубани приняли участие в этих состязаниях. После разминки для участников, которую провела Анна Гоноженко, чемпионка России по марафонскому бегу, настала очередь самих соревнований. Настрой всех участников был боевой. Настроение хорошее, к соревнованиям готовились долго. Надеюсь, хорошо выступим. Студенты соревновались в таких видах, как стрельба из электронного оружия, бег на 60 метров, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине. Все команды очень старались. Преимущество было у самых тренированных и подготовленных. Прекрасное настроение, заряжены все, готовы. Наша жизнь, она переполнена спортом, понимаете? Каждый день он насыщен всеми движениями, которые только можно придумать. И, ну, у каждого, конечно же, есть любимый вид спорта, там борьба, может, легкая атлетика. Даже у нас здесь присутствуют мастера спорта, ну, то есть люди выступают на большой мировой арене, и это великое достижение для нас. Вот такие соревнования, это показывает, насколько наш труд окупаем. И мы все довольны, все очень прекрасно. Денис Солоп и Анастасия Ильюшенко, студенты филиала Кубанского госуниверситета в Славянске на Кубани, победили в личном зачете. В командном зачете бронзовыми призерами стали студенты техникума экономики и права, серебряными Славянского сельхозтехникума, и победителями признана команда филиала Кубанского государственного университета в Славянске на Кубани. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».